А что, не может? Они тут все четыре ведущие. Хотя, может быть. Может быть, да. Не, ну тут почищены дороги, наверное. Мы что, прям кавалу? Нет, зайка, мы Эрто, Эрто. Это здесь, где кусок горы съехал в озеро, и 4000 людей погибло за одну ночь. Как это? Ну так, сама это. Сама возгора внизу, а дома вот внизу были все, и горы ужас. Да, вон там, вот где белое то пятно. 4000 человек, большинство из них, говорят, детей. Люди имели семьи, имели... О, смотри, какие, вот мне такие домики нравятся. Красиво. Мы здесь много раз с Пьером были. Вот на этой горе я был. Здесь вообще такая зона, как бы это сказать, очень такая, много книг написано об этой зоне, очень много людей, известных, знаменитых людей здесь живет. Здесь живет Мауро Корона, Итало Филиппино, этот, который был примаром этого города. Вот я здесь знаком с мэром этого города. Да, да. Конечно, очень такой активный поселочек. Здесь много людей живет. И состоятельные люди очень. Очень состоятельные, богатые. Сюда русские приезжали с медведем прям, снимали фильм. Вот это все съехало. Вот оно, видите, вот это белое пласт. Продает дом в горах, там дорога к нему еще 50 тысяч. Недорого. Но за 50 тысяч можно купить себе 5 рефуджи. Представляешься, вот это вот все, вот, это оно оттуда съехало. Ну, дорога такая, видишь, сделана прикольно. Там уже и дорогу проложили, видишь? Угу. Вон те домики, что слева стоят, представляешь себе, как они... Как они перекрестились ногой, когда утром вышли, их ни дома не тронуло, представляешь? Смотри, рядом все обвалилось. А, нет, подожди, это, наверное, еще... Не, вот это вот все съехало. Вот это белое пятно, это кусок, откуда все съехало. Смотри, это белое пятно конкретно. Вот это тоже оно, представляешь? И вообще, смотри, вот это все упало. Мама морозная. Вот влево посмотри, да? Вот это все, вот этот кусок горы, все, вот, представляешь себе? Знаешь? Да. Нет ощущения, как будто он еще двигается, ты знаешь? Вот это все упавшая гора.